Здравствуйте, дорогие мои телезрители на канале Афонтова и мои замечательные подписчики на канале YouTube «Голова Садовая». Сегодняшняя тема, давно ее не было, баклажаны. Вот посмотрите, это два куста баклажан, высокие, мощные, но здоровые, но не очень с красивыми листьями один из них. Я думаю, что это из-за соседства огурцов и пониженной температуры. Помните, я вам говорила, что баклажаны такие капризные растения, они не завяжут плодов при температуре ниже плюс 22 градусов. Я специально их посадила сюда, чтобы показать, что в теплице с огурцами никто не может расти. Может быть, только пряно-вкусовые травы. Но не более того. На рассаде здесь еще растет лук-слизун, но он никому не мешает. А вот эти два красавчика чувствуют себя отвратительно. Во-первых, жара такая, что дверь открыта. Сквозняк. А баклажаны, они терпеть не могут сквозняка. Если огурцы находятся по краям, и ветер продувает середину, да, подсушивая слегка влагу ненужную, особенно конденсат, который очень вреден для любого листа, то этим беднягам, во-первых, холодно, ночью холоднющая погода, потому что при плюс 12 еще и ветер, да это вообще и человек-то замерзнет. И ни одного баклажанчика они не завязали и не собираются, похоже. Нет такой температуры ночью, им надо вот так все закрыть и посадить отдельно в парник. Причем не высокий, а вот такой. Вот можете убедиться в этом, оператор вам все покажет, все отснимет. Действительно никого, ни одного плодика нету и не будет. Ну, я вот на этом закончу. И помните, что баклажаны очень любят воду, много воды, больше, чем огурцы. И удобрения быстро усваивающиеся. Понятно? Ну, надеюсь, что да. Всего доброго и до свидания.